В одном из ресторанов Парижа управляющий зашел на кухню и почувствовал ужасный запах. Фу, какой же здесь мерзкий запах! Это ненадолго! Ответил ему повар. Мне тут пришла посылочка! Это же крохотный кот! Возмутился управляющий. Нет, это прототип чистящего робота от моего двоюродного брата. «Мяу! Готов к еде!» – заговорил котик-робот. «Поторопись! Скоро уже начнем запускать клиентов!» «Съешь здесь все, котейка!» «Понял! Начинаю есть!» И с этого, ребята, наша история начинается. Ой, где это я? Откуда здесь такие большущие тараканы? Эй, котейка, это не тараканы большие, это ты маленький. Ох, а крыса-то какая огромная! Вот как раз от крысы и тараканов тебе и нужно очистить помещение. Так они же в меня не влезут! Значит, начни с чего поменьше. Например, с горошка на полу. О, это я могу! Ням! Крыса, стой! Эй, прекращай! Ешь горох! Задание принято! Ням-ням-ням! О, слушай, ты когда ешь, увеличиваешься в размерах. Ты был 1.5 сантиметра, а сейчас уже ближе к 2. Неплохо! Сейчас я тогда еще подрасту и смогу очистить пол от тараканов! Для этого ты здесь и нужен. Мне кажется, что я уже смогу съесть таракана! Эй, тараканище! Ха-ха! Получилось! Супер! Тогда лови всех тараканов! А как же крысы? Не, они пока еще слишком большие для тебя. Потренируйся на тараканах. Задача ясна. Выполняю. Наш котик уже 3 сантиметра, друзья. В 2 раза больше стал. Какой технологичный робот. Увеличивается за счет съеденного. Нанотехнологии! Ё-моё! Ну, мы с ребятами так и поняли. Тони Старк ты наш. Я не Тони Старк. Я круче. Это само собой. Ой! Эй, ты цел? Ничего не повредилось. Все хорошо. Я очень прочный. Фух. В общем, сейчас прокачаюсь на тараканах и очищу это место от крыс. Интересно, а до какого размера тебе нужно дорасти, чтобы ты смог захавать крысу? Наверное, 5 сантиметров. Ох, так ты уже 4. Продолжай, робокот. Совсем чуть-чуть осталось. И еще немножко. Все, 5 сантиметров. Сможешь съесть крысу? Найти бы ее еще. Чё-то они убегают от меня. Эй, крысы, где вы? Вот она. Где? Да сверху же была, ты их уже много пропустил. Они, видимо, чувствуют опасность. Ну ничего, рано или поздно я крысу найду. И съем. Давай, давай. Одни тараканы вокруг, мне они уже не интересны. О, крыса! Ну-ка. Хом. Ха-ха, супер, получилось. Давай, котик, избавь этот ресторан от крыс. Да запросто, сейчас я их. А тем временем, друзья, наш котик вырос уже аж до 8 сантиметров. Вот такой вот робот-пылесос. Сам ты пылесос! Я нано-кот! Ух, еще и огрызается! Кстати, друзья, а напишите в комментариях, любите ли вы уборку или нет. Пишите цифру 1 или слово «да», если вам нравится убираться. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не нравится, и вы не любите убирать бардак в комнате. Ух, я бы весь бардак съел бы! Кто бы сомневался. Тем временем, друзья, наш котик уже больше 10 сантиметров. Представляете? Был размером с ноготь, а сейчас уже как пульт от телевизора. Ням-ням! Какой вкусный нож впереди! Эй, ты же не собираешься его съесть? Конечно нет! А хотя... Эй, ну это уже не мусор и не вредители. Что упало, то пропало! Не, ну вы это видели, ребят? Наш робот-кот съел нож.
и круассан могу съесть. Так, круассан, ладно, но нож... Ну и что? Я же робот! Мне наоборот, немного металла не помешает! Эх, ну ладно. И правда, в следующий раз повара пусть не разбрасываются. Вот и я о чем! Мне же сказали есть все! Вот я и ем! А бутылку осилишь? Да легко! Неплохо. Ну, тогда продолжай. Ох, тут сколько мусора! Целые багеты на полу валяются! Но они огроменные же! Ой, да подумаешь там! Я уже тоже не маленький! Смотри! Хоба! Воу, съел! Ну тогда давай, робот, очищай уже весь ресторан от мусора на полу! Это я запросто! Ням-ням-ням! Ох, как нашего робота-кота понесло, ребят! Ух, с какой скоростью начал уплетать все, что на полу валяется! Какой-то очень грязный ресторан! И в зале с посетителями то же самое! Неудивительно, что этому ресторану понадобился робот-уборщик! И я с этой задачей справлюсь! Я и не сомневаюсь! Кстати, наш котик уже больше 30 сантиметров! Прям как настоящий кот! И это я еще не все съел! Ага, еще чуть-чуть и будет чисто! Ой, пропустил! Эй, ты что, съел человека? Какого человека? Эй, да что ж ты делаешь-то? Ой, это тоже человек был! Все, котик, остановись, выключайся! Ха-ха, ну уж нет! Только повар может меня остановить! Ой, это, кажется, был повар! Упс, он съел повара, друзья! Как же теперь остановить этого робота? Ну, будем надеяться, что он хотя бы из этого кафе не сможет выбраться. Пока тут бардак, мне и здесь есть чем заняться. Да, ты уже и так все съел, тут больше ничего нет. А в зале с посетителями? Смотри, как плохо стулья стоят. Нет-нет-нет, стой! Да что ж такое-то, ты же должен был есть мусор и вредителей. Нет, помнишь, что мне повар сказал вначале? И что? Он сказал, съешь все, котейка! Вот я теперь и съем все! Муха-ха-ха-ха! О, нет, ребята! Робот-кот уже стал размером с полметра. Он уже и до посетителей дошел! Ням-ням-ням! Мог бы людей и не есть. Тебе же без разницы, лишь бы брюхо набить. Чё-то тут уже и есть-то нечего. Пора выбираться отсюда. Ну уж нет, я уже вызвал полицию. Сейчас они приедут и остановят тебя. Они не успеют, я сейчас бегу отсюда. О, а вот и дверь. О нет, ребята, робот-кот вышел на улицу. Бегите, люди. Ох, какой тут бардак. Это не бардак, это так и должно быть. Ничего подобного, я робот-уборщик, я лучше знаю. Ишь, разъездились тут. Пойду, что ли, в интернете инструкцию гляну, как тебя выключить. Не получится! Я же в одном экземпляре сделан! На меня нет инструкции! И когда же у тебя батарейка сядет? Пока я ем, батарейка подзаряжается! Угу, то есть, похоже, никогда не сядет. Кстати, друзья, тем временем наш робокот уже стал метр в длину и может съедать кусты и столы. Знаешь, что я заметил? Я чем больше становлюсь, тем больше мусора вокруг! Так как же ты не поймешь, это не мусор. Просто когда ты становишься больше, все вокруг становится меньше. Вот и кажется тебе мусором. Ой, да ну, что ты выдумываешь? О нет, ребята, посмотрите, какой уже кот большой. Для него уже кусты кажутся как горох вначале. Он скоро и до машин дойдет. Каких машин? До вот этих крыс, что по дороге бегают. Это не крысы, это автомобили. Ага, да конечно, так я тебе и поверил. Да уж, похоже, инженеры создали робота, который вышел из-под контроля. Да нет же, я выполняю свою функцию, прибираюсь. И объяснить этому роботу, что он уже зашел слишком далеко, похоже, не получится. Он уже 2,5 метра в длину, размером с автомобиль. Ой, да ладно тебе! Я уже почти прибрался! Смотри, мусора вокруг почти не осталось! Ну, наконец-то я могу съесть этих крыс! Опять 25! Это не крысы, это машины! Вот сейчас приберусь и сам остановлюсь!
Сейчас ты вырастешь, и тебе деревья будут казаться мусором. Недолго осталось, ты уже 4 метра, как грузовик. А ты про какие деревья говоришь? Вот про эти комки мусора, что впереди? Это деревья. Да кому ты рассказываешь? Я же робот, меня не обмануть. О нет, ребята! Робокот вырос еще больше, и он уже практически размером с дом. И теперь из-за того, что он съедает большие предметы, он растет еще быстрее. Еще чуть-чуть, и он сможет съесть целый дом. Какой грязный ресторан! Я убираюсь-убираюсь, но не помогает! Может, ты оставишь уже как есть? Не-не-не, не могу! Моя миссия — наводить чистоту! Да откуда это все взялось? Я же только-только тут прибрался! Ай-яй-яй, кот уже начал есть дома! Стой, 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 котик, нет! Ой-ой-ой, все вокруг снова уменьшилось, и робот-уборщик уже стал размером как 2 дома. Он уже съедает целые дома. Смотри, я поляну вычистил, ну красота же! Вот так вот чисто и должно быть, я погнал дальше убирать. Как много мусора! Воу! Он начал съедать целые кварталы. Но все, похоже, теперь этого робота ничего не остановит. Ой-ой-ой, что происходит? Котик растет очень быстро. Он уже больше 100 метров и продолжает увеличиваться. Еда! Уборка! Ох, он уже и мосты съедает. Если это продолжится, то весь Париж съест. Снова горы мусора! Убираться! Похоже, он сломался, друзья, и теперь точно съест весь город. А это что впереди? Это Эйфелева башня. Не трогай ее. Уборка! Съешь все! Нет! Робокот съел Эйфелеву башню, друзья. И просто с какой-то нереальной скоростью съедает весь город. Уборка! Он уже размером с 500 метров и продолжает расти. Еда, 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 еда. Еда, 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 еда. Еда, 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 еда. Так, когда же это закончится? Да остановись же ты! Еда, 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 еда. Еда, 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 еда. Еда, еда. Еда, еда. Еда, еда. Фух, ё-моё. Ну и сон мне приснился. О, привет, Бубу. Выспался? Да не, мне тут сон приснился, что я робот и съел целый город. Ох, видел бы ты, что я там творил. Ну ты даёшь. У тебя даже сны о еде. Ну, так себе была еда во сне. Хорошо, что это был просто сон. Ага, ладно, пойду дальше спать. Давай, давай. Ну что ж, друзья, на этом мы и закончим. Всем пока. До встречи на канале Игрули ТВ.